Вчера, 13 марта 2012 года, я прилетел в Гонконг прямым рейсом Эль-Аль. Вышел, быстро оформился, сделал чек-ин, получил багаж. И на 21-м автобусе A за 33 гонконгских доллара в течение где-то 40 минут добрался из аэропорта до Натан Роуд. Это центральная улица Коулуна. Здесь расположена моя гостиница. Она называется Hotel MK. Расположена в самом центре. Лучшего расположения трудно описать. Гостиница наша, Hotel MK, имеет 18 или 19 этажей. У меня одиночная комната. Такой маленькой комнаты я вообще никогда не видел. Ее размеры 2 метра на 2 метра, она квадратненькая. Здесь возле нее есть тут же пристроена ванна и туалет одновременно и душевая. Здесь так тесно, что я даже не могу сфотографировать. Но тем не менее кое-что видно. Есть здесь вода горячая и холодная. Вот есть унитаз чистый. Без запаха, без ничего. Есть душ, тут же душ. Можно принять душ. И тут же умывальник. Здесь какое-то окно и вентилятор, который автоматически как-то крутится. Все эти мне условия мне напоминают то ли армию, то ли корабль. Но на одного человека это прекрасно. Вот, есть телевизор, чайник, зубные щетки, туалетная бумага, полотенце, мазган. Вот. Самое главное, что они повесили какую-то картину еще, к чему она тоже неизвестна. Это мазган. Вот, я его не включаю. Сейчас у нас где-то 15 градусов. Туманно-влажно. Хожу в куртке, не потею. Вот, сделал стирочку. Вот уже труханы висят, сушатся. Вот, чемоданчик. Есть здесь беспроводный, бесплатный интернет. Вот так, здесь пароль для того, чтобы в него войти. Телевизор показывает достаточно много программ. Вот, хорошее качество показа. Самое главное, что как только выходишь из гостиницы, здесь все есть. Все, что надо. В таких количествах, что трудно себе представить. Я потихоньку все изучаю. Интересно, что сейчас ночь где-то в Гонконге, сейчас где-то 5 утра, но я не сплю из-за того, что у меня джетлаг. Вот. И снимаю кинцо. Время зря не теряем. Вот так. Стоит такой номер 2000 шекелей. За 7 дней. Для Гонконга это дешево. Тут очень-очень дорогая земля и дорогие цены на недвижимость. И, конечно же, гостиниц. Сейчас обдумываю план на сегодня уже. Сегодня уже 14 марта. Вот. Буду где-то шататься. Так что такие дела.